Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я делаю лунки уже на второй стороне. И как раз хочу ответить на вопрос, который пришел на канал YouTube. Кто-то спросил, не помню, извините, ни фамилии, ни имени. Куда я деваю землю? Ведь лунки у меня такие глубокие. Я уже написала, что я утепляю им вот эти вот края, которые обычно, где холоднее. Но сейчас покажу. Я когда вот делаю лунку, у меня вот такой совок. Я прям беру землю и вот сюда откидываю, чтобы как можно больше утеплить вот это место. Тут самое у нас уязвимое место. Видите, здесь все прозрачно, а вот тут вот, где вот эта вот изморозь, там у нас всегда холодно. Ночью именно на почвах заморозки. Если придут заморозки, то это самое такое место. Делаю такую вот как земляную подушку и сверху еще вот так на эту грядочку земли, на этот гребень, вот так поставлю плашечку. Видите? Как раз это место, оно будет там и земли, земля повыше, еще вот эта дощечка, если я буду высаживать растения вот в этот крайний ряд, оно как раз, вот эта земля, эта плаха, оно будет сохранять растения от холода. Все, вот это короткое видео, ответ на вопрос, куда я деваю землю вот из таких крупных ямок. Конечно, часть земли, вы видите, что она разложена у меня вокруг. Видите, что она выше, чем дорожка. Потом я буду какую-то часть засыпать, а какая-то часть у меня там. Все, до свидания.